Солнечногорск медленно, но верно зарастает мусором. Об этом знают теперь даже в удаленных уголках нашей страны. Журналисты Первого канала в ярких красках описали ситуацию с проблемами вывоза мусора из нашего города. А что говорит его глава? Мусор, хотя бы заявление подали. Да это мы все сделали. Руководителю крупнейшей управляющей компании УК ССЭ не хватает средств, чтобы наладить вывоз мусора. Он призывает самих солнечногорцев привести город в порядок. Спрашивается, за что мы тогда платим деньги? Самый лучший способ – положить микрофон и идти заниматься самим очищением. Почему жители должны за других делать то, что это ваши компетенции? Вы должны вывозить мусор.